Всем здарова, народ, с вами Алис Диего, игра Якудза Зеро. Мы продолжаем ее проходить. Напоминаю не очередной раз, что комментирую мало, наслаждаюсь игрой, видео рядом и касценами. И ссылка на русификатор будет находиться в описании. В прошлый раз мы выяснили о том, кто нас подставил и для чего. В этот раз мы начинаем с того, что едем в главе семьи Дадзима, чтобы выйти из нее. Ну и вперед, и только вперед. Нас уже Нишикияма ждет. Кюрай,俺らが自分で決める。今まで育てても俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりたいって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は 夢を見ることも許されねえってるな。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。俺よ、いつだったか、おやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。 俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってた。やっぱりおめえには叶わねえな、兄弟。 慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父はどうじま組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りるのは俺一人だ。え、組長に伝えてくれ。 桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか。ああ。
すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、キリュウ。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。 組を抜けてってことでいいんだな、君。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います。クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。 親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな、てめえ極度舐めてんのか。ああ、 あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組み引き手んのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。おれ、学生気分で敷居またげろど。極道の世界甘くねえぞ、こら。 今なら全部水に流してやる。風間の頭から、からの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。 答えはノーってことか。そうか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。 はい。消し方考えろ。地味ですけど、山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家の評判も上がるって思うよ。うん。 あんた、ああ、組を勝手に殺すのか。組長に無断で。
寝ぼけてんのか。もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きておらんとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。Сейчас будет знатная Месилова. Меня сейчас нахрен вырубят. Как говорина. У меня, по-моему, жизни не полные. Ицде мой зе. Готов с рождения. Отличненько. Охренеть, у вас тут много. Оп. Встреться со стеною, шлепок. А, вставай. Вставай, вставай, вставай. Встретиться с создателем. Чё, все стены увидишь, урод. Вот это его. Высекли. Стену видел? Стой, 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 стой. Контроллер отключился. Шмонать меня, блин, по всем карманам. Чё, настроение испортил, чёртов контроллер. Ах,
Блин, два раза. Все время не могу схватить ничего в руки. Кто это ушлепок? На нафига. Еще кто-то жив. Того катана в руках. Ты дурак. Холодное оружие. А, нет, деревянный меч. Ладно. Все, да? Оп, оп, аккуратненько. Так. Смотрим куда-либо. Ху. Ловкий, мерзкий. Крысёныш. Стой, уворачивайся. Давай, чёрт. Подсрачник тебе. На тебе. Мразь. Дважды пришлось его вырубить. Стойте, не бейте меня, уроды. Жизни не осталось из-за вас, шлепки. Не кидайся креслом. Дурной, что ли? Офигеть, мы крутые. Как тысяча Брюс Ли прям. Он до сих пор здесь, что ли? В смысле, ты еще скажи, что ты еще раз придешь. Хватай этого. Так и знал. Все так хорошо начиналось, а. Попробовать снова. Блин! О, минус один. Стены наши, друзья, не забываем об этом. Просто... Да развернись ты! Отлично. Надо всех развоплотить сначала. О, вот преследуешь меня тут повсюду. Уворот! Ёперный театр! Нечего в толпу-то врываться, дебилушка! Вс
все, мне кобзда. Что хилиться-то мне нечем. Давай встать в углу, так, отбиваться, а не лезть на рожон по всю толпу. Да хватит, зачем ты взял диван-то, ей? Оперный театр. Так, я могу попробовать снова? Ладно, придется подождать, пока меня отмудохают. Мудохайте. Давайте. Выбили из меня все. Попробовать снова. Да, попробовать снова. Потому что я прям слишком много нахватал. Люлей. Так, сейчас, погодите. Способности. Боец. Так, что есть? Увеличит максимальное здоровье Кирю. Есть. Там что есть еще? Кино. Идет. Так, 2 миллиона, 2. Все, пока по 2 миллиона осталось, да? Есть еще его вкач. Денег я тут подниму, тут переживать не о чем. О, не хватает. Ладно. Так, надо желательно одного сразу вынести. Вниз. Это урод тупой. Надо схватить. Тупое шачье, блять, управление. Его. Вали его нахрен на пол. Ломай ему ноздри. Да не того схватил-то ты. Ок. Ну ты... О, управление шлифованное. Ух. Во-первых, он очень странно цепляется к врагам. Прям мега странно. Хрен с ним, так сдох.
Вставай! Схвати его, ты... Да... Твою ж налево. Ай, и так пойдет. Он этого не пережил. Или пережил. Жив? Ну, не так плохо. Прям как в первый раз. Давай, мочи его! Блин, сложно! Так, способности. Больше макс КП. Может, за счет этого и выживу. Ну-ка, ладно, пошел. Давай, удар ярости. Сейчас приспешники прибегут. Отлично! И так можно. Так. Только стулья. Ты сколько можно сзади нападать-то, крысюк? 5. Ты чё? Кувыркнись, блин. Стилем Лавхача один на один хорошо биться. Вот в массовых этих
перепалках не совсем удобно. Ты чё, не хочет браться и все тут. Могу прыгнуть с крыши? Охренеть! Охренеть, какие убийственные комбо! Ну-ка, в толчок его окуни! Все еще здесь! Вон! Ножик взял! Охренел, что ли? А, промазал, кнопка. Да ты офигел. Не. Сильвовкача надо. Значит, он меня пырнет еще раз. Пырнул! Шлепок. Так-то сложно. А, начинаем отсюда. Скатились оба. Давай, вставай уже. Сейчас тебя летать учить буду. А, не, летать не учатся. Ладно. Хорошо, хоть есть какие-то сейвы небольшие. Так, это мы знаем. Но это очень странный прыжок. Честно, по-моему, физика только что вышла из чата. Эх, нажал сразу несколько кнопок. Да ты отцепись от меня, пьявка! А ты развернись! Чтоб тебя! Он меня полоснул. Я слишком тороплюсь. Так.
Охренеть, он просто вырезал меня как ветчину, блин. Я слишком далеко от стен был. Сложно. Но я все-таки играю на последней сложности. А, даже так можно делать. Прикольно, я и не знал. Целое достижение за это получил. Тупые обезьяны. Ну хвати ты его сзади, дебила, кусок, блять. Извиняюсь, конечно, за мой русский, но охренел что ли, мразь. Так сложно, блять, поймать человека, который стоит сзади. Я жму еще, причем, чтобы он схватил сзади. Отлично. Отходи назад, он прыгнет. Так, ерел, блядь, что ли ты, блядь, обезьяна ссаная. Хватай его за шкирку. Давай, ну его нахрен. Да ты очертел, что ли? Чертополох несчастный. Ты рынжу свою видел вообще в зеркало? Топи его в унитазе, блядь. На последнем издыхании.単価切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭も、いい楽器を使うとしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が聞けなくなる前に吐け。 殻の一つ分の真犯人は誰なんだ、どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで 勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前は
もうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。Да, только у меня жизни на один плевок. Афиг, все. Вот в чем проблема-то. Жизни у меня на один плевок осталось. Надеюсь, жизни подъехали. Да, жизни подъехали в чат. Уходи, уходи, не уходист. Уходи, не уходит. Да ты серьезно? Охренеть. Фиг, подсечки делает. Ты издеваешься надо мной, что ли? Кляча старая. Да сколько можно-то? А, ну. Подожди. Как раз вот это надо делать. И все. Да ты... Ну-ка. Ну и где? Да хрен X не работает. И все. Почему у них есть блок, у меня нет блока? Хотя надо проверить, по-моему, что-то там было в самом начале обучения про РТ и это типа блок. Так, главное, ловкость. А, это дразнилка, не то. Просто боец самый естественный метод, если что. А ты... Ну и все. А ты издеваешься? И сразу меня вырубил! Давай. Вот так резко нападает, что прям капец какой-то. А я ведь не могу увернуться. Ну он вырвался просто, блядь. Он еще агрессивнее стал.
Бей его в череп! Угоняйся! И все, он просто меня пробил, блядь, потому что я не могу ничего сделать. Слезы. Я-то не могу быстро вставать. Да, ты серьезно? Серьезно попал? Офигеть, конечно. Классный удар, попасть бы только во врага им. Я нажал в рот. Просто, блядь, охуенная камера! Вот это вот... Какой ноги тебе, блядь? Какой ноги? Но вот этот удар через Y прям мега нелепый. Особенно для ловкача. Стиль-то называется лавкач, блядь. Да, блядь, именно план здания мне сейчас нужен. Ты нахера мне нужен, если ты... Как он должен работать, мне интересно? Ну, вот так увернулся, молодец! И что это было?
А, вот сейчас он не встает резко, как будто бы все с ним хорошо и нормально. Сейчас начинается самая жопа опять. Да слежать ты, хватит вставать. Просто выбил из меня все. Я жал, отлично! Слава пресвятым петухам! Кирилл, ты мил. Кюдай! Ты газы! Куда сюда? タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。キリュウ風間です。 お前、取り立てで相手ぶっ殺ししまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられません。だから俺を 破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、敵に手加減のか。キリュウはお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、 いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。
それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。これ以上、無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つぼで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え？風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。
その責任は風間にとってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、ура, мы прошли первую главу в размере 1 миллион. Да чё мне этот 1 миллион? Да, потому что я все влил. Стоимость. Бревенчатый домик. Экстремальные битвы. Глава 2. Агент недвижимости в тени. Ну, сегодня, народ, закончим на этом. С вами был Алекс Диего. Игра Ягуца Зеро. Игра отличная. Прям, правда, сложность. Я взял сложную, поэтому ахнул. Ахнул немножко, когда разбирался в доме Дадзима со всеми подряд. Но это было круто. Особенно последний бой. Прям чувствую себя живым. Живым и психованным. Психую от этого. Я, конечно, урежу основную битву, потому что это как бы полуторачасовой ролик. Никому нахрен не сдался. Особенно смотреть на то, как я постоянно вздыхаю и психую от этого. Вот. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, группу ВК, на канал Твича. Я желаю вам всего скорого и удачи, друзьяшки мои. Пока-пока.